Бессмертный полк в Самаре будет очный. В 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне шествие пройдет через площадь Куйбышева до улицы Маяковского. Начало формирования колонны – 8 утра. Начало движения – в 11:00. Участники смогут пройти через три КПП. Переулок Высоцкого со стороны улицы Галактионовской, улица Некрасовская со стороны улицы Галактионовской и Фрунзе и улица Ленинградская. На КПП будет организован строгий досмотр для безопасности граждан. Формирование колонны будет по улице Молодогвардейской, на углу улицы Некрасовской. Принять участие в шествии смогут все. При себе необходимо иметь транспарант с фотографией героя. В городских округах Самары и Тольятти организованы специальные пункты. Гражданин может принести фотографию на бумаге любого качества, ее оцифровывают и изготовят фото на бумаге формата А4. В Самаре это можно сделать в администрациях внутри городских районов, в двух библиотеках – Центральной городской детской библиотеки и Центральной городской библиотеки имени Крупской. Впервые, это особенность 2022 года, фотографии можно изготовить в МФЦ. В Самарском союзе молодежи вместе с региональным отделением Бессмертного полка запустили два конкурса. Первый – это онлайн-викторина «Моя победа», и второй – это конкурс творческих работ, где каждый желающий может принять участие, называется «На защите мира». В Самаре с 1 по 9 мая на площади Куйбышева задействуют свыше 500 волонтеров. По Самарской области задействовано более 3000 волонтеров. И, в принципе, каждый из вас, кто бы хотел, может быть, даже еще сейчас присоединиться к этой команде, это сделать может. Делается это все довольно просто. Это регистрироваться нужно на сайте волонтеропобеда.рф, и уже наши координаторы с вами свяжутся. Шествие Бессмертного полка пройдет во всех муниципальных образованиях Самарской области. Параллельно организаторы прорабатывают вопрос организации полка онлайн. Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События.